Здравствуйте! Сегодня мне пришла посылка от компании Мыло Опт. Сейчас я расскажу, что я заказывала. Здесь накладная с перечнем товаров. Состав посылочки такой. Бумажные пакеты для упаковки. Вот здесь жидкая основа для шампуней по 100 мл. Две баночки. Гидролаты Нероли и Календулы. Рисовое молочко и комплекс глубокого увлажнения, который я использую для изготовления мыла и шампуней. Также я заказывала флаконы. Здесь 5 штучек флаконов объемом 250 мл. Использую я их для шампуней и бальзамов. Один флакончик на 100 мл с распылителем, это для гидролатов. Далее флакончики для кремов с дозаторами объемом 50 мл, здесь их 7 штучек, и 30 мл, 10 штучек. И на пробу взяла вот такие вот алюминиевые баночки, это для бальзамчиков также. Вот в посылке пришло все, что я заказывала, качеством довольна, заказываю уже не первый раз и буду заказывать далее. Спасибо!